Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки и ниндзя-легенды. Так, забрали награды, и давай-ка посмотрим, где мы в данный момент находимся. Так, Лига Сёгунов, одна звезда, ранг у нас 74-й. Ну что, попробуем сегодня попасть, наверное, в Лигу Сёгунов 3 звезды. Попробуем. Вот получится у нас или нет, это уже другой вопрос. Как говорится, мечтать не вредно, вредно не мечтать. Ладно, давай потихонечку начнем. Здесь у нас 49-50 уровень. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И возьмем какого-нибудь крепыша. Ну, например, я возьму здесь Леонардо. Да, ребята, поиграю быстренько буквально, потому что мне надо уже баньки ложиться. Завтра с утра на работу. А время уже, как говорится, 10 часов вечера. 11 даже, я тебе скажу. Так что, ну, я думаю... Многие уже привыкли, да, к моему графику. Но, тем не менее, ребят, я пытаюсь, я стараюсь для вас найти свободную минутку, как говорится. Да, и к тому же нам нужно в любом случае попадать в Лигу Мастеров 3 звезды, чтобы получить как можно больше платиновых осколков. Потому что мы в конце этой недели... Или можно даже сказать проще, с понедельника прокачиваем персонажа в платиновый ранг очередного. Так что на одного платинового персонажа у нас станет больше. Так, ну а пока у нас все идет хорошо, получаем мы 46 ранг. 46 ранг. И единственное, что мне не нравится... Так это то, что мы с тобой даже еще пока не в Лиге Мастеров. Сегодня пятница, да? Пятница. Или, как в простонародье говорится, питница. Кто ходит постоянно с утра работать, у того, ребята, выходной сегодня начинается, да? То есть пятницу отрабатывает крайнюю смену, и потом суббота-воскресенье отдыхает. Да, такой график я уже забыл, когда я работал по нему. Так, ну что, давай тогда возьмем, наверное, здесь Бакстера Стокмана, и с ним пойдут вот эти вот ребята. Так, сегодня, наверное, вряд ли мы будем играть Драконы, Всадники Олуха и Стикманы. Скорее всего, уже завтра. Завтра у меня начинается выходной, поэтому... Но опять же, ребят, опять же, придешь ватный, приляжешь на диванчик, раскумарит, ай, проспишь. И там уже останется только один день. А этот день я хотел потратить либо на последний оплот для первого канала, либо уже все-таки начать этот проходить, Хогвартс Легаси. Я до него, наверное, никогда не дойду. Так, ну что, давай, наверное, возьмем Маком на здесь. Так, Армагон, подожди, не надо лезть. Раз, два, три, четыре. Сегодня на работе, ребята, так залипал, уже где-то 5 часов вечера, меня так спать рубить начало, блин, жесть. А нельзя. И перерывчика никакого не было, просто без остановки. Жесть. Ладно. Сейчас отыграем и баньки лягу. Нет, еще и йогуртишку съем, я как раз йогурта сегодня накупил. Йогуртишку съем и баньки. Раз, два, три, четыре. Поехали. Вломим, как говорится, нашим противничкам по самое не хочу. Давай, Армагон, делай свой козырный удар. Само собой, он всех вырубил. И сейчас мы посмотрим, куда мы попадем. А попадаем мы с тобой в Лигу Сёгунов 2 звезды. Так, давай-ка мне, наверное, 16-21. Или сколько там будет? 15-21. Ага, будет нам и 16, и 15. Не дают, короче, 21. Ладно, возьмем туда вот этих вот ребят. Блин, что-то горло заболело. Попил, называется, холодного молочка, ребят. Купил молоко с этими, с пряниками.
А оно холодное в магазине было. Я что-то залпом эту литрушку приговорил. И вот теперь сижу, играю, у меня что-то голос как будто подсел. И горло болит. Не хотелось бы, конечно. Блин, горло — это слабое место у меня, ребята. Ангина только в путь идет. Вот. Ну что, какая позиция у нас? 80-я. Ну давай хотя бы до Лиги Мастеров одной. Нет, наверное, не получится. Хотя я даже не знаю. Игра мне все время палки в колеса вставляет, и я уже даже не знаю, на что мне рассчитывать. И голова сейчас плохо соображает, потому что как в тумане. Просто хочется спать. Но я прекрасно знаю, если бы я сейчас не сел бы играть и лег бы спать, то фиг его знает, успели бы мы тогда на этой неделе бы вообще взять топчик. Понимаешь? Откатов у нас мало. Постоянно я забываю смотреть эту рекламу за 10 откатов. Поэтому приходится вот сидеть сейчас и играть. Хотя, на самом деле, очень ужасно хочется спать. Прям залипаю. Так, ну что, берем Усаги и поехали. Раз, два, три, четыре. Я только одного не понял. Почему мне говорят, прокачиваю Микеланджело Космос? Он, типа, крутой. Ребята, а что в нем крутого? У него всего лишь одна массовая атака. Если не ошибаюсь, это он... Так, по-моему, он бросает хлопья, да? Если я не ошибаюсь. Он бросает хлопья от Криса Брэдфорда. Но она не очень сильная. Это атака. Поэтому я пока до сих пор склоняюсь все-таки, ребят, к пиццелицуму. Альтернативы я просто не вижу никакой. Так, ну что, получим мы с тобой 16-21. Похоже, что нет. Ага, все, получил. Получил я. Так, ну что, давай тогда я возьму Супер Шреддера. Раз, два, три, четыре. А у нас же сегодня в Дракону Всаднике Улуха событие началось, да? Блин, и хочется, конечно, ребята. Но время уже позднее, да и сам я очень сильно устал. Поэтому, наверное, сегодня только черепашки. Серия, естественно, выйдет не сегодня, не в этот же день, когда я снимаю, уже, наверное, завтра. Завтра вечером после работы, а может даже послезавтра. Потому что, знаешь, как бывает, я прихожу с работы, поем. Потом мне что-то так тяжело, я прикладываюсь на диванчик. И все, ребят, и как будто в царство Морфея улетаю. Вот, просыпаюсь уже следующий день. Думаю, вот это да. Вот это я полежал отдохнуть. Ну что, давай тогда лучом звезданем. И они все должны, по идее, слечь. Ну, конечно же. Конечно. Кроинг тоже дурака не валяет. Бомбит по полной. Так, у нас 32-я позиция. Обновим. Вот, 16-21. Так, здесь возьмем. А что у нас все? У нас все, ребята. Раз, раз, два, три, четыре. У нас кончились великолепные бойцы. Угу. Ну-ка, слэш, интересно, сможет их всех бомбануть? Да куда там, ага. Куда тебе, слэш? Нифига не бомбанул, прикинь. Я не хочу, чтобы этот Донателло сейчас хилял. Молодец. Молодец. Так, Донни против Донни. И давай вот эту вот кислоту. Эй, а так если? Замечательно. Ну что же, победили. И переходим... Давай 15-ю. Нет, 18-ю, говорят. Пока, говорит Ерей, хватит и 18-й позиции. Так, а я беру 16-21. Делаю откат на маузеров.
Раз, два, три, четыре. И, в принципе, уже пошли 61 и 70 уровни. И у врага у нашего 61 уровень пошли, да? Так что влупляем. Маузеры. Бабах. Я не сомневался, что он всех вырубит с одной, как говорится, плюшки. Идеальная победа, и мы продвигаемся дальше. Лига Сёгуна... Блин, я думал, три звезды возьмем. Нет. Не взяли. Пока. Пока не взяли. Так, ну что, я возьму, наверное, здесь кожеголового. Раз, два, три, четыре. Ну, давай кубарем. Так, Шредер такой стоит там. На, двойника своего получи и распишись. Ну вот и все. Это мы переходим в Лигу Сёгунов 3 звезды. К сожалению, до Лиги Мастеров нам будет не добраться. Как бы я ни старался. Раз, два, три, четыре, пять. Как бы я ни старался, не получится вообще. Во-первых, у нас очень мало персонажей, это раз. Вот. А во-вторых, я не хочу тратить откаты. Целую кучу. Так, минус Донни и добивай давай железноголовый и всех остальных. Все. Здесь, здесь уже разобрались. Так, и насколько я понимаю, у нас будет сейчас последний поединок на арене. Давай возьмем эту команду и посмотрим, что у нас тут есть. Раз, два, три, четыре, пять. Еще три бойца осталось, ребят. Надо, значит, нам тратить откаты. Тратить откаты придется. Так, кунаи. Так, Майки начинает свои танцы, шманцы, зажиманцы. Ну что, Тимати, бери тогда в провокацию. Змейковин, понижаем атаку. Кому-то понизил, кому-то нет. Вот это Ваня дает. Ну давай нейтрализатор, не подведи, отлично. Кстати, у нейтрализатора тоже неплохой довольно-таки урон, вот этот вот гранатомет. Но у него очень слабая инициатива. Ну что, последний тогда поединок берем, да, 16-22. Возьму на откат маузеров, возьму Леонардо и... Раз, два, три, вот так вот. Вот такая будет у нас команда. Ну что, маузеры, завалите их всех или нет? Да, маузер, как всегда, ребят, великолепен. Ну что же, с ареной мы закончили. Так, позиция у нас получается 59-я. В магазине забираем бесплатно пак. Боксер Стокман выпадает. Так, здесь забрали. Телепорты. Ну, телепорты нам нужны. По-любому. По-любасику просто нужны нам эти телепорты. Поэтому поехали. Естественно, все на автобое, потому что здесь будет проще пареной репы. Блин, действительно, горло что-то, ребят, разболелось, а? Ядрен матрен, попил молочка называется, а? Вот сколько раз говорил, Рэй, подогревай молоко, подогревай молоко. Нет, блин. Ничего подобного. Холодное же оно, вкуснее. Ну давай. Так, заблокировали и добили. Так, это был у нас второй поединок, а их, по-моему, здесь 4. Или 5. 4 все-таки, да? Ну, давай едем дальше.
Так, после вот того, как мы подеремся, мы идем куда? Мы идем искать элементы на Рафаэля, да, получается? Да. Ищем ДНК. Даже не ДНК, а... Как они называются-то? Все уже, в голове каша какая-то. Ну, в общем, детали. Ну, на прокачку скиллов, естественно. Ну и что-то мне подсказывает, что у нас Рафаэль получит уровень. Еще один. Так, я в тобой врубил? Врубил. Да ладно, что так мало здоровья-то отнимаем? Эй! На тебе. Маузеры почему-то решили луч сделать. Почему именно луч? Готов. Ну, в принципе, и все. Все откаты мы получили. Точнее, телепорты. Так, теперь по заданиям. Пройдите серию испытаний. Пойдем пробежимся. Так, возьмем... Не будем. Возьму, наверное, Макмана. Бакстера. Кренга. Ну, вот так вот. Вот такую команду я хочу. Считай, самые элитные бойцы у нас тут. А инициатива у них, как всегда, у всех первая. Возврат урона. Это как понять возврат урона? Давай ракеты запустим. Так. А если пробивным? Отлично. И вторая волна. А на второй волне у нас находится нейтрализатор, муха и Рахзар. А если я вот так вот сделаю? И еще вот так. И добивка. Все. Что и требовалось доказать. Не такие уж они сильные. Так, ну что, забираю здесь награды. И пошел теперь на Рафаэля искать. Так, во-первых, давай посмотрим, что у тебя там. Да, уровень он получает и становится 80-м. Так, а нам не хватает 4 геймпада. Так, один есть. Второй. Так, третий и последний. 4 геймпада есть. Так, дальше что? 10 ящиков с инструментами. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Ну... Седьмой. Восьмой. Девятый. И последний. Десятый. Все. Все, ребята, прокачиваем до четвертой ступени. Так, а дальше забираем с тобой все наши выполненные задания. Так, дай-ка я сюда гляну. Ну, не знаю, давай попробуем, посмотрим. Мне сказали, что здесь будет разыгрываться Роквелл. Подожди, я что-то не то сделал-то. Твою налево, зачем я выбрал... Ой, твою налево. Хотя, подожди, почему? Должен же быть здесь он, да? По идее. Так, посмотрим.
Тут нет. Так, второй этап. Слушай, может быть, нам поменять чуть-чуть команду или... А у нас лучшего ничего и нету. Ладно, давай сделаем так. Ну зачем ты это делаешь, Усаги, а? Сейчас я буду бомбить. Поехали. Так, ракеты. И дальше сам Усаги. Все. Быстренько мы его что-то тут накернили. Ну, давай только без вылетов, пожалуйста, а, игра. Да, ребята, интернет-соединение пропало и выкинуло меня. Так, что мы там? Так, слушай, точно здесь, может быть? Ну да, скорее всего, Усаги. Я думаю, что вы не могли ошибиться, да, в этом деле? И пустить меня по ложному пути. Но на самом деле Маузер мог бы здесь и массовую атаку применить. Че он скромничает, не знаю. Ну все, Усаги, тебе крышка. Да, тут быстро разобрали. Ну что, давай смотреть. Что у нас там дальше будет? Ага, вот он, друзья мои, Рокул-то. Все, засветился, родной. Ну давай, 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 давайте их там. Блин, Маузер, надо было тебе массуху делать. Массовую атаку сделал бы, и он бы всех бы мог ушатать просто-напросто. Вот и все. Ну нафига этот луч-то? Ёпрасоте, блин, луч это фигня полная. Лучше делать воина, собираться в вояку и звездярить по ним полностью, чем этим лучом. Так, ну что же. А дальше у нас нету, да? То есть вот тут только, блин. Ух, ладно. Подожди, не то. Четыре отката, ребята. Четыре отката тратим. Ну, телепорты я имею в виду. Да, нам выпал Рокстеди. Слушай, а здесь и Маузеры в свое время, да, фармились. Можно было их там фармить. Так, ну что, друзья, по-моему, все. Больше я пока здесь сделать ничего не могу. Все мы здесь получили. Да, и тогда я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.